Рождественская ярмарка ремесленников и людей с ограниченными возможностями уже второй год проводится в торговом центре Домина. Ее участники, которые съехали с разных городов Латвии, радуют покупателей не только мастерскими изделиями, но и низкими ценами. Здесь есть такой проект социализации, да, что покупатели встречаются с людьми, говорят спасибо именно тому человеку, который сделал это изделие. И зато есть большая радость. Во-первых, они выходят из дома и встречаются с другими такими же людьми. А во-вторых, они встречаются с покупателями. И эта радость, я думаю, что намного лучше, чем денежная радость. Каждый участник благотворительного базарчика делает изделия самостоятельно, без какой-либо помощи. Кто-то обучался данному ремеслу еще в молодости, в различных студиях и школах, кто-то начал обучаться этому совсем недавно. Но объединяет их одно – желание радовать людей. Я занимаюсь вот всем этим, что здесь видно. Это мы вместе с женой в основном делаем, только вдвоем. Но вдохновляет, как видно с наших работ, море вдохновляет, природа. Очень много у моря гуляем, собираем камушки, ракушки, деревяшки собираем и вот делаем такие картины, продаем, людям радость приносим, очень много отзывов хороших получаем, людям нравится. В ассортименте вязаные, кожаные, плетеные изделия, изделия из природных материалов, деревянные игрушки, открытки, украшения, имбирное печенье и добрые символы рождественских праздников – ангелочки из бусинок. В трудную для себя минуту жизни решила заниматься чем-то интересным и красивым. И так получилось, что начала делать из бусинок ангелочки. И второй год уже, и я думаю, уже намного лучше, как в прошлом году мне получается. На ярмарке также установлен ящик для пожертвований. На собранные деньги дети и взрослые с ограниченными возможностями вместе отправятся на экскурсию. Если в преддверии Нового года у вас не осталось идей, как порадовать своих близких, то это прекрасная возможность подарить подарок, сделанный с душой, и помочь людям. Карина Сердюка, Зинтер Спрингис, Латвийское телевидение.